Это команда футбольный клуб Крумкачи и команда Жодина Южная. Ну что ж, вот и получал Дюнина. Видно, что футболисты максимально заряжены. Видно, также из Минска. И Денис Шамшуров. Делегат. Ну что, будет удар. Действительно, удар мощный! Владимир Чернуха. Покиновский. Куратник отдает направо. Свобода есть, отдается пас на дальнюю станцию, Куратник забивает. Крумкачи выходят вперед в самом начале матча. А если быть точным, то на 9-й минуте Вадим Постовец голевая и Артем... То есть это очень серьезная потеря, Манаенков. Не очень уверенная подача, такая пластированная. Хотя мяч доходит Лапшину, и тот бьет с лету. И попадает, кажется, в Яцкевича. Победная встреча. Домашний. Жодина выиграл 5-0. И первый мяч был забит также Манаин. КВМ подача Козловского. Не очень уверенно играет Макаревич, но... Козловский, хорошая подача. И снова на дальней штанге Лапшин бьет и Макаревич. Пускал его сегодня, возможно, против бывших выйдет. 6 матчей на счету за Крумкачи у Сурко. И 1 гол забит. Удар издалека Манаенкова. Прямо... Ну а сегодня Крумкачи. Я бы сказал, что именно они намного агрессивнее. Калинский. Удар издалека, Искевич. Бьет Постовец и попадает в перекладину. Пауза у нас в первом тайме было. Опять по ногам, кстати, Лапшин получил. Но продолжается игра, подача. И Горавский выше его прыгивает, выше ворот. Бьет Минко уже после этого сброса Горавского. Номер 97, Александр Ицкевич, номер 98, главный АЛФ. И Евгений Смаль дважды становился лучшим игроком АЛФ в составе Жодина. Так что понятно, что это ключевой футболист, который очень нужен команде. Горавский развернулся, Горавский. Левее отдал Манаенкову, Манаенков дальше Завадскому. Завадский бьет и забивает красоту! Просто красотища, залетает в ворота Крумкачи, сейчас становится 1-1. Просто безупречная атака Жодина Южная. Сидорович. И... Постовец бьет и забивает. Крумкачи снова выходит вперед на 64-й минуте. Чуть пониже Постовец пробил и забил. 70-я минута, Илья Козловский разбегается и не забивает. Макаревич тащит. Манаенкову. Манаенков, Швайбович в одну, Смаль. Нет, все-таки Швайбович. Завадский очень размашисто играет Джию. Хорошая игра, подача. И высоко Манаенков выпрыгивает. Да еще как кивнул. Мозырь с Крумкачами, вот так вот. И из Армении сегодня тоже, кажется, за Крумкачов Каленский. Ну, конечно, уже давно поставить точку такую. Будет играть Белко. Тогда где же будет играть Горавский? Куратник! Куратник бьет! И что? И забивает красоту! Но перед этим был офсайд. Ну как исполнил? И есть удар Манаенкова из ближнего угла, Макаревич. Снова. И Антон Шунто подключился. Филипп Поляков. И что? Удар! Вратарь спасает. При этом так вот. Пустые ворота. И это Постовец идет на дубль. Бьет и забивает. Все. Крумкачи в полуфинале. Невероятно. Вот и все. Крумкачи идут дальше. Спасибо, что слушали. Спасибо, что писали. Всем пока.